Всем привет, с вами Александр Иванчин. Я хочу вас поприветствовать в нашем 21-м дне 40-дневного погружения вместе с системой Just Enforce. Итак, день 21. Что я хотел сегодня до вас донести? Дело в том, что в нашем бизнесе существует три категории людей. Хотите узнать, кто они? Есть вот все люди, которые участвуют в нашем бизнесе, неважно, какой системой они пользуются, они делятся на три большие группы. Первая группа – это те, кто не зарабатывает никаких денег. Вторая группа людей – это те, кто зарабатывает немного, небольшие деньги. И третья категория людей – это те, кто зарабатывает много денег. Давайте рассмотрим сейчас, какие у каждой категории данных людей есть отличительные черты и какими качествами все они обладают. Первое. Давайте рассмотрим, почему люди не зарабатывают денег в этом бизнесе. Первая очень важная причина, они недостаточно жертвуют собой, чтобы стать приверженцами. Ну, допустим, зашли они там за $1 там, на первые 7 дней, там, потом 9,97 в месяц. Или, может быть, просто там купили инструменты за 24,95 в месяц. И то есть это недостаточная жертва, раз, они не стали VIP, они не посещают вебинары, они не приобретают дополнительные какие-либо там продукты компании, они не то чтобы не приносят жертву большую денежную сумму, они еще и недостаточно жертвуют своим временем для того, чтобы уделять данному бизнесу. И, естественно, они не становятся его приверженцами. Они вспоминают о том, что они занимаются бизнесом, только когда приходит пора платить очередной раз абонентскую плату. Вторая причина. Им слишком комфортно в их текущем состоянии. Я об этом говорил не раз, что и я когда, вот, чтобы получить пендель, я сам ставлю в себя в такие рамки, в которых мне некомфортно. И именно это вот некомфортное мое состояние, оно побуждает меня к очередным, к новым действиям. И когда в очередной раз я завел новый бизнес, ни для кого не секрет, я несколько дней ночевал вообще в подъезде и без пищи. То есть получается, у людей нет причины, вот почему? Абсолютно нет. Они не понимают, для чего они будут заниматься этим бизнесом. Итак, третья причина. Они чувствуют себя слишком зависимыми от своего спонсора, чтобы начать. Они думают, ой, а где спонсор, а почему мне не позвонил, где звонок? И тем самым они не начинают действовать. Забудьте об этом. Спонсор вам всегда даст именно ту поддержку, которую он считает необходимым. Он не будет вас за ручку проводить через все-все-все процессы, через все-все-все шаги, потому что практика показывает, что даже если вы когда-либо проведете вот человека, который говорит, я не знаю, как что начинать, проведи меня за ручку, вы проведете, он и дальше не будет знать, что начинать и как что делать, поэтому это не вариант. То есть человек должен, то есть они должны не чувствовать себя зависимыми от спонсора, они должны сами предпринимать действия для того, чтобы начать зарабатывать. Четвертое, это очень большая проблема вообще многих людей, не только в нашем бизнесе. Они думают, что им нужно знать все досконально. Это я называю перфекционизмом. Ой, я не знаю, как там настраивается opt-in сообщение, или ой, я не знаю, там как поменять цвет фона у бэкграунда у блога, или там ой, я еще там чего-то не знаю. Зачем для вас все, что вам нужно знать для того, чтобы начать зарабатывать деньги, даже очень большие, кроется внутри вашей учетной записи Just Enforce. Все на русском языке, все разжевано и пошагово объяснено. Этих знаний более чем достаточно для того, чтобы настроить систему, чтобы она работала, и выполнение заданий 40-дневного погружения их также более чем достаточно для того, чтобы прийти к результатам, для того, чтобы начать зарабатывать. И я еще раз повторюсь, перфекционизм губит любое начинание. Никто из профи, он никогда не был совершенен, когда он начинал. Когда заработал первые $1 миллион, тогда, может быть, начал там как-то оттачивать все больше и больше свое, там, досконально изучать какие-то моменты, а первый миллион зарабатывается быстро. И пятая причина, которая мешает людям зарабатывать деньги, то есть, которая является, да,
причины, почему они не зарабатывают деньги. Они выжидают вот того самого подходящего дня. То есть вот придет тот день, когда никто не будет отвлекать. Дети у бабушки, жена ушла на целый день там шопинг или уехала на дачу. Я спокойно сяду, разберусь, налью кофе и буду разбираться. И вот этот будет самый совершенный, самый подходящий день для того, чтобы я начал свой бизнес. Этот день никогда не придет. Друзья, честно, постоянно будет что-либо, что нас отвлекает. Поэтому это тоже является большой причиной, почему люди не зарабатывают денег. И знаете, что самый подходящий день для того, чтобы начать зарабатывать, начать двигаться, это сегодня, сейчас. И, естественно, их терзают постоянные внутренние сомнения. То есть в их голове постоянно раздаются какие-то голоса. А надо, а работает, а не работает, а может быть это не то, что нужно, а может быть это только видимость успеха и так далее, а может отзывы придуманные, ну и так далее. Очень много людей испытывают внутренние сомнения, и есть, как следствие, они впадают в синдром, ими овладевает синдром блестящих объектов, я о нем рассказывал в одном из предыдущих видео, ну и все пускается во все тяжкие. Друзья, постоянные внутренние сомнения нужно отбросить. Вы видите, что система рабочая, значит, просто действуйте. И вы примите на веру, что внутри системы Just Enforce есть все необходимое для того, чтобы настроить и начать свой бизнес. И выполнение простых пошаговых действий внутри, в рамках 40-дневного погружения, оно приводит к результату. Просто нужно следовать. Вторая категория людей. Люди, которые зарабатывают немного денег. Первая причина, почему они зарабатывают немного денег, они присоединились вот с такой вот установкой. Я попробую. И понимаете, я попробую, то есть заработал там какие-то деньги, а потом появились первые неудачи там и так далее, отвлекающие факторы. У людей очень много отвлекающих факторов в нашем современном мире, и он забыл. Он там перестал пробовать и так далее, и так далее. То есть он не придет к большим деньгам, если присоединился с установкой «я попробую». Он должен присоединиться с установкой, он зайти на все 100%, и он должен быть действительно готовым погружаться с головой. Он действительно должен хотеть достичь своих целей и осуществить свою мечту с помощью данной системы, что более чем возможно. Вторая причина, она вытекает из первой, то есть у них нет достаточно мощной причины, почему. Вот это самое внутреннее почему, то есть почему я должен строить этот бизнес, а какие у тебя цели? То есть, соотносишь ли ты свои цели с развитием и со своей деятельностью внутри данной системы? Вот людей, вот нет этого внутреннего жгучего, страстного, горящего почему, и естественно они забрасывают на пол дороги и зарабатывают немного денег. Они не уделяют себя процессу, и, конечно, они зарабатывают немного. То есть должна быть очень горящая, внутренняя горящая причина, почему, вот это очень мощная, для того, чтобы человек действительно отдавался процессу. У них нереалистичные ожидания. Что я имею в виду под этим? Смотрите, когда вот человек думает, что он пришел сюда, и вот это та система, где, то есть, ну, которыми пестрит интернет, где предлагают заработай много денег быстро. Я ни одной системы, я не знаю ни одного человека, который бы пришел в подобную систему, который бы воспользовался подобным предложением, там нажми на кнопку и заработаешь кучу денег, который бы действительно заработал. Прислушайтесь в названии этой системы. Эта система простая. В действии. Это система, которой просто следовать, но никто не говорил, что деньги придут легко. Когда вы выполняете постоянно, последовательно, очень простые шаги, да, деньги начинают поступать. Однако, в любом случае, легких денег здесь не будет, но здесь нужно уделять внимание, уделять время и нужно действовать для того, чтобы были заработаны деньги. Поэтому, когда нереалистичные ожидания, он бросает также на полпути, заработал там первые $50-60, ой, здесь работать надо, ой, здесь быстрых денег не будет, и бросил. То есть ожидания должны быть реалистичными. Естественно, как следствие, люди непоследовательны и непостоянны в приложении своих усилий. Это, знаете, как импульсами. Сегодня ты позанимался,
ой, устал, там переключился, завтра вот что-то денег нету, снова уделяют внимание выполнению заданий и так далее. И эта непоследовательность, она тоже не приводит к большим результатам. Помните про пример, один из первых видео нашей виртуальной коучинговой программы, когда я рассказывал про эффект насоса, что мы качаем, накачиваем воду, и потом она идет мощной струей. Но стоит нам перестать прилагать усилия, естественно, вода перестанет поступать, и мы сводим на нет и предыдущие свои усилия. И они, понимаете, люди еще вот почему не зарабатывают много денег, они не делают того, чтобы, что их может привести к тому, что они станут профессионалами. То есть они не совершенствуются, они не посещают там VIP-тренинги, дополнительную информационную продукты не приобретают. То есть они не растут, не совершенствуются, и, естественно, они не зарабатывают много денег. Третья категория людей. Люди, которые зарабатывают много денег. Мне очень нравятся эти люди на самом деле. Не, мне все категории людей мне симпатичны, а симпатичны только в том случае, если я вижу, что они пытаются, если они действуют, если они не перевешивают ответственность за свои результаты на кого-то другого. Этим людям я всегда с радостью помогаю. Так вот, почему люди зарабатывают много денег? У них есть мощное, жгучее внутреннее почему. Внутренняя причина, которая их... То есть они засыпают, просыпаются с ней. Они действительно понимают, что да, да, я должен это делать, потому что они видят, какая вот их мечта, их цель. То есть она постоянно перед глазами, и это постоянно является их драйвером их действий. Их никакие не промежуточные неудачи, не промежуточные там застои и так далее, их не стопорят их деятельность. Потому действительно они добиваются успеха, потому что есть внутреннее жгучее. Почему у каждых людей появляются сомнения, у меня еще у многих, но это не приводит к тому, что мы останавливаем свои действия. Мы это воспринимаем как сигнал, который можно интерпретировать как сигнал к тому, чтобы усилить действие, чтобы снова вера появилась и чтобы действительно результат быстрее пришел. Они изначально решили, эти люди, стать лидером и стать профессионалом в своей деятельности. Что значит лидером? Это выстраивать взаимоотношения, это действительно постоянно впитывать новые знания, новые знания, новые навыки, тут же их оттачивать в действии, тут же практиковать и так далее. В общем, люди уделили себя процессу. Они сконцентрированы и последовательны. Они сконцентрированно выполняют эти маленькие шажочки там в самом начале 40-дневного погружения. То есть они делают последовательные действия, которые их приводят к результату. И, естественно, в конечном итоге они зарабатывают много денег. Они сосредоточены на построении своего большого подписного листа, воспитании в их участниках подписного листа вот таких качеств, сложно сказать качеств, сложно сказать воспитания, но они выстраивают взаимоотношения, они выстраивают доверие, то есть у участников их подписного листа, у большинства, да, появляется доверие, симпатия к данному человеку, к лидеру, и, естественно, они его знают и доверяют. Вот эти качества, которые действительно приводят к тому, что люди зарабатывают много денег. Я хочу задать вам вопрос, к какой категории вы себя отнесете, друзья? Вы сами вольны принимать решения, причем обычные простые рекомендации я вам дал. Это, то есть, ну, то решение, которое вы примете, это и будет решение, тем вы и станете. А я знаю, и все участники системы Just Infor знают, что если вы продержитесь, выполняя что-либо в течение 40 дней, а именно для этого была создана система Just Infor и 40-дневное погружение внутри системы Just Infor, вы сможете стать последовательным в любой деятельности тогда и сможете продержаться и выполнять эти же действия в течение 6 и 16 месяцев, потому что вы получите результат, вы воспитаете в себе вот это качество, то есть следовать, то есть понемногу маленьким шагам, которые, если их постоянно выполнять, приводят к большим результатам. Итак, я предлагаю приступить к действиям, определитесь, кем вы хотите стать, и увидимся завтра. С вами был Александр Иванчин.